Вторая порция, я смотрю, да? Ну, счастливо вам позрываться. Я перегрелся, не надо так быстро его подносить ко мне, когда я перегрею. Не лучшая идея, я бы сказал. Что это скочит, а? Заставь его отвалить. Смотри, как этот поезд еще едет, он уже давным-давно взорван. Потерпели крушение в 20-кратный раз уже, наверное, за эту игру. Далеко не последнее, я чувствую. Ищи, ты в порядке? Жив. Но мои ассчики и бонзы могут быть сломаны. Замечательно. Отличный вид. Зато. А? Так, отсюда свалиться нельзя. Это хорошо. Ладно. Но вот отсюда можно будет свалиться вполне. Если нажать не ту кнопку. По какой-то причине. Текс. Ну, немножко мясо с рук слезло до костей, вместе с костями. А так все в порядке. Так, хватит базарить, я тут думаю, что купить, когда ничего не доступно. Так, там ничего нового не открылось? Конечно, нет. А здесь еще... Пните оглушенного мини-босса сзади с выстрелом ему в зад. Скажите, снимите шлем с мини-босса, затем оглушите и обезглавьте его. Снимите шлем с мини-босса, затем оглушите и обезглавьте его хлыстом. Убейте врага, загнав его под огонь, который ведет другой враг. Пипец творится, конечно, с заданиями. Фиг ты сможешь что сделать нарочно. Ну, растительность лучше, чем в Crysis 3. Это уже критерий хороший, если скажем так. Хорош. Вам чего-то не хватает? Чего вы беситесь, да? Я поднял новую пушку. Нормально. Но мне побольше, конечно, патронов от револьвера не помешало бы. Здесь особо не поскользишь, я смотрю, да? Кто еще? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ты мне что приготовил в качестве подарка? Опять 25. Эти черти снова решили прилететь нам в радость. Хорош, что это было-то? Понятно, это были эти дурацкие. Да успокойся ты уже. Ты мне не интересен, успокойся. Что он там задумал? Да, все-таки в него попал. Надо было это с помощью револьвера делать, наверное. End of the road. The cliff may be accessible through this cave. Like the optimism. Ну, пойдем в пещерку. Это еще Лара Крофт. С половиной отсеченной башки. Неплохо так, неплохо. Что еще могу сказать? Совсем неплохо. Да, господи, ты можешь перебраться, не пинать все вокруг. So, how you doing with keeping that logic code from taking over? I
am engaged in an endless struggle to maintain dominance of my own mind, thank you. Well, try and make jokes, maybe. Use sarcasm. AI can't read it. Might help keep you in the driver's seat. Just saying. Чуть было не свалился. Disgusting. Чё, отвратительно. Кровь, кишки, черепа, кости. Повседневное зрелище, как обычно. Ты сам их тоннами производишь. В этой игре только падаем. Все, больше ничего не происходит. Падаем, падаем. Сначала из космоса на планету, потом в планете куда-то вниз падаем. Ладно. Пора месить. У нас небольшой лабиринт образовался. Из яиц. Эй-эй-эй-эй! Спокойнее, это всего лишь яйца. Да, попробуй найди, где здесь идти, а? Раз такой умный. Зараза. Ну и что, это dead end. Тупик. И что дальше? Да, что ли, надо было? Куда дальше-то? Не-не-не-не-не, нет, 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 да. Не туда. Спокойнее, спокойнее, камушков не надо. Когда у нас тут таймер? Откуда они понимают, сколько у них времени, а? В принципе, времени более чем достаточно, так что можно не волноваться. Сходили в пещерку, больше никогда не буду ходить в пещерки. А, все равно бежать. Нам нечего делать. Как надо было добраться до вертушки, а не выбежать из пещеры. Я чуть было не помер. Ну, Годзилла, это так. Игрушка по сравнению с этой фигней. Зря вы ее злите. Лучше вы просто взлетели как можно выше. Отлично. Ты отличный пилот. Это сразу понятно. All right. Let it out. I'm fine. And I don't think so. Who knows what the water did to your sutures or the robotic shit? I'm fine. All right, all right. Take it down a notch. Yeah, let's go. We are closing in on the beacon. That final Echo Trooper is nearby. Не хочу я за ним идти. Ну что такое? Он же вообще неадекватен. А, надо обязательно присесть. Подкат здесь не сработает, да? Замечательная идея. Можно там что-нибудь купить-то уже, а? Нифига нельзя. Открыть доступ. 600. Приобретите доступ к пополнению боеприпасов и улучшениям оружия. Ну, давайте. Все остальное недоступно. Ну, а так,
конечно, крутой пестик. Сойдет вполне. Мы в Ницце? Who'd build something like this and leave it to a gang of savages? Perhaps they did not leave. А я быстрее, я круче, я моднее. Опс. Стало быть, куда нам? Ты что с ним делать? Можно как-то поаккуратнее было. Наш герой постоянно обращает внимание на черепа. Видимо, он их любит. Сдохни, что ли? А, куда я его... Куда я его кинул-то вообще? Вставай, парень, не притворяйся уже. Держи. Еще минус голова. Или не голова? Нет, не голова. Жалко. Так, мотыльки, по-моему, секрет какие-то скрывают. Или они просто вьются вокруг амуниции? Да, видимо, вокруг амуниции вьются. Иди сюда. Упс. Иди сюда. Вот, нет, 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 нет. Опять ни в кого не попал. Так, там что-то новое есть. Можно что-то улучшить. Выстрел. Выпускать реактивную осветительную ракету при попадании противника, подбрасывает в воздух, а при взрыве взметается стена пламени. Вот это другое дело. Все на максимум. Стало быть, держи. Вот это я понимаю. Где он там? Иди-ка сюда. Хотя, иди-ка отсюда. Мощная штука, черт возьми. Мне нравится. Да, вот по ним можно стрелять и что-то получать. Вот другое дело. Электромухи это не мотыльки. В принципе, я думаю, разница невелика в названии. Чё-то мне сыкота на этом стекле стоять, честно говоря. Мы нашли радио, надо его пнуть! Замечательная тактика. Да господи. Где там горящий противник? Ей. Я хочу горящего противника. Горящего противника. Горящий противник должен быть. Кому еще? Кто-нибудь идите сюда. Так.